Congrats. Это зверь. Это зверь. Вот это зверюга. Этого зверя надо видеть вблизи. Это такая мелочь по сравнению с этим. Поехал, да? Машина-зверь звучит. Так на этот... Я просто в шоке. Я потом вниз зайду. Очуметь! Тут...
Ну что, пошли? Самый высокий, самый здоровый самосвал на свете. 450-тонная машина. Это что-то. Коллега за рулем, дружище за рулем настоящего. Мы впереди. С ума сойти просто. Это надо прочувствовать, здесь надо побывать. И только посмотрите на него. Я просто не представляю такой штуковиной управлять. Это что-то. Это непередаваемо. Честное слово. Меня эмоции переполняют. Вот так он выглядит снизу. Масштаб трагедии. Очуметь. Это 220. Чё мы 220? Пошли по 450 заглянем. Братцы, это что-то. У этого такие же колеса по величине. Посмотрите, какой он здоровый. Только оцените масштабы трагедии. Фига себе. Просто нет слов. Какой красавчик. Конечно. Да, да.
динамическим держишь, да? Да, да, да. Ну, так же и дополнительно. Ну, я понял, понял. Это просто надежно. Надо колодки менять постоянно. Ну да. Конечно, столько тонн потаскает вверх-вниз. В разрезе смотрел, по-моему, там парни намного лихо. Фу, быстрее ездят. Ну, тут не хотим сейчас вымазаться, я, наверное, завтра это для выставки. Ну там люди рейс. Ну да, да, все это понятно, что там заработать. Жопу вперед. Да, ну в принципе, да, перевесит на запад.
То есть... Она тянет, но пробовали, заезжали, но когда сама если пробуешь трогаться, она же отрывается. То есть такое, как угол подъема производителю, то есть вот карьер... 6,9. 6,9, да? То есть вот даже вот, ну, все карьеры, они пытаются... Да, практически, да, везде. Ну, есть это там, закапывается это чуть побольше. Ну, понятно. Но практически даже для других машин, КамАЗ, например, тоже больше 10 не рекомендую. Я понял. Даже глубина ям, все прописывается. Особенно глядят, когда она еще на гарантии. Ну, естественно, вообще это спускается на тормоза. Все, спасибо. Все, пожалуйста. Ручку там вниз. Стесняюсь спросить, на сколько литров? 5600 литров дизеля. Обалдеть. Больше 5 тонн. И этого топлива хватает практически на рабочую смену. 16-20 часов. Расход топлива этой машины, когда машина идет в карьере, загруженная, она идет со скоростью 10-15 км в час. Расходует она 834 литра в час топлива. При этом у нее работают два двигателя МТУ. Когда машина идет пустая, а разгружается она очень быстро. Вот представьте, разгружается она за 28 секунд. Ее разгрузка очень динамичная, очень динамичная. Да, вся гидравлика наша, кстати, белазовская. Здесь во всех самосвалах и в 450-тонниках тоже гидравлика наша. Так вот, когда она идет пустая, немножко больше скорость у нее один двигатель автоматически отключается. Второй работает на 1/4, употребляет она 125 литров в час. Она экономичнее, чем Toyota Corolla. Ну да. Поэтому принято считать, что средний смешанный расход этой машины 523 литра в час. Напомню, что у нее передняя ось и задняя ось, они независимы. Это самая большая машина в мире. Кто бы вам ни говорил, что существует больше машины, возможно, существует. Но если мы говорим о шарнирно-сочлененных самосвалах, это самая большая машина в мире. Грузоподъемностью 450 тонн. Стоят наверху такие силовые установки Siemens. Обращали внимание, белые такие, да? Да, два генератора, которые распределяют ток на 4 мотор-колеса. 8 шин, 4 мотор-колеса. Электронное табло с левой стороны, вот где решетка синяя, там такая штучка, электронный ящичек туда вставляется, показывается грузоподъемность этой машины, то есть уже эти машины идут с электронными табло, наблюдать, какая грузоподъемность. То есть если перегруз он бросил там ковшом за много, он сразу по идее? Да, да, да. И система мониторинга, кстати, почему внедрена сейчас нашими конструкторами, для того, чтобы отслеживать как раз-таки, как эксплуатируются наши машины, чтобы убрать рекламацию с наших машин, потому что знаем прекрасно, что наши машины обслуживают как наездники. Ну это... Ну, конкуренты, они должны как-то... Да, шины здесь бескамерные, давление 7 атмосфер в шинах. Все шины, которые находятся на территории предприятия, это технологические шины. То есть вот эти шины снимут, оденут на другие машины, а потребителю мы отправляем отдельный комплект шин. То есть вот представьте, эта машина без шин стоит 4,5 миллиона долларов. С шинами 8. С шины стоят столько, сколько... половина стоимости здесь, грубо говоря, шины. Это шины. И на сколько хватает? Очень дорогие.
Мало. Водитель поднимается по этой лестнице, а по диагональной лесенке вы поднимались, потому что для Австралии, я уже говорила, что в Австралии у нас 90% водителей девушки, и мы им делаем диагональную лесенку под углом 45 градусов, так, чтобы освободить нагрузку на позвоночник. Зачислили датский отряд. Мы вам комфортный подъем разрешили. Вы знаете, я вам расскажу небольшой такой случай. К нам приехала пара, муж, жена, и муж побоялся, мужчина побоялся подниматься наверх, по разным причинам, может быть, вестибулярный аппарат у кого-то или еще что-то, да? И там такая жена сказала: ты мужик или нет? Нет, ты пойдешь и все. Он поднялся, но назад мужа вызывали вышку. Нормально. Не спустился? Нет, я сейчас спустила. Назад это же не спустился. Поэтому боятся, которые здесь еще очень, да, здесь главное, какой вестибулярный аппарат. Мы сейчас зайдем на производство, и у нас, вот видите, даже нам дверь открывают. Может, оттуда машина попробует бежать. Да. Там на производстве крановщицы исключительно девушки, женщины. То есть мужчины не работают. Да. Ну что, пойдемте. Я буду писать дверь, поднялась к нам. Поначалу боюсь. Все, закончилась наша экскурсия. Блин, сказать, что под впечатлением, это значит не сказать ничего. Честное слово, таких эмоций положительных не испытывал очень-очень давно. Ну, последний раз, наверное, в городе Иркутске, когда мы там на свалку ездили. Обалдеть можно, конечно. Увидеть своими глазами самый высокий, самый огромный, самый большой карьерный самосвал, это большого стоит, а тем более залезть на него. Ну, покатались мы на 130-тоннике, а на тренажере мы с горы уложили 220-тонник. Аккуратненько так. С первого раза не получилось, со второй попытки мы его укатали там с горочки. В общем, все на этом. Короче, есть желание у кого, приезжайте, получите массу впечатлений, положительных эмоций. И просто
Это просто кайф. И да, вот получили подарки от Белаза. Два вот таких маленьких. Ну а это пламенный привет подписчику Константину. Дружище, извини, ну ты сам все видел. Пообщаться поближе, поговорить не было возможности. Мы прямо перед началом экскурсии пересеклись. Спасибо тебе, шикарные подарки. Брелок, ручка. Я думаю, еще будет возможность. Мы еще поговорим, пообщаемся. Огромное спасибо за подарки. Вообще обалденный такой красивец. Красавец, красивец. Поставим его на полочку. Спасибо, дружище. Все, друзья, не судите строго. Как смог, так и снял. Курган славы. Раньше этого самолета здесь с Катюшей не было. Легендарный штурмовик Ил-2. Были только танки, самолета не было. Но это совсем новое. Все, всем спасибо. Погнали мы домой.